Доброго времени суток. У меня вечер, готовлю ужин. Налево пойдешь, коня найдешь. Направо пойдешь, мидии найдешь. Пошла я в магазин за минеральной водой. И глядишь, мидии недорого нашла. В общем, взяла полкилограмма. Легкий такой ужин, без мяса, скажем так. И у меня есть немного вишни. Я разморозила, я брала в банке и заморозила ее. И я хочу сделать блинчики. Это что-то промежуточное между оладьями и сырниками. Внутри творожная масса, у меня есть два йогурта, похожие на творог. Это получается что-то между оладьями и сырниками, потому что масса такая мягкая, и там даже сыроватка есть. А к мидиям я нашла в этом же магазине сегодня пиво со скидкой. Я уже взяла мидии, шла за минералкой, смотрю, стоит пивко со скидкой. Думаю, ну ладно, значит будут мидии в пиве. Итак, готовим. Комплексный ужин. Первое, я готовлю блинчики, они могут быть в теплом и остывшем виде, они будут с вишней, они будут сладкие, их можно даже, когда они остынут, покушать, и даже на завтрак, наверное, останутся. На второе у меня, значит, получается, еще будет мидии, их немного в пиве, и у меня еще остались десерты со вчера. Итак, готовим первое, это блинчики. Они могут постоять, и они все равно будут вкусные. Готовлю по обычному принципу, беру эту творожную массу в тарелочку, яичко, мука, сахар и делаем. Единственное, здесь они в коробочках стоят. Я должна вынуть эту творожную массу. Там остается сыроватка. Подождать, пока немножко стечет. И перекладываю в тарелочку. Пару минут я встряхну стаканчики, чтобы стекло, жидкость стекла, более сухая масса осталась. Ну, она все равно влажная, но чтобы вода немножко ушла. Две стопочки творожной массы и пластмассовые коробочки, в которых она находилась. Добавляем яичко, ну как всегда, муки, сахар, и я быстренько это обжариваю. И внутрь вишню добавляю. Масса очень нежная, мягкая, такая творожная, легкая очень. Вишенки добавила, перемешиваю и быстренько жарю. Сахар, щепотку соли и на одну коробочку вот творожной массы одна ложка муки я добавила. В общем, на всю эту массу две ложки муки. Не забиваю сильно муку и делаю нежные. Блинчики жарятся молниеносно. Уже два сняла. И вот тут еще пять. И еще один будет остался, остатки. Блинчики обжарились очень быстро. И пока они жарились, я начистила картошку красного сорта, потому что она более устойчива. Не развалится на сковородке. Быстро обжариваю картошку. Обжариваю картоху и быстро готовлю все для мидии, потому что, чтобы картошка не остыла, и все одновременно готовить. Значит, лук-шалот, простой лук, чеснок, обязательно корешок, стебель сельдерея, листики сельдерея, у меня еще лук-порей, петрушка и кориандр. У меня и то, и другое есть сегодня, на удачу. Ну и, конечно, пивко надо открыть. Пивко тоже пойдет в дело. Мидии промыть, почистить. На сливочном масле обжариваем чеснок, лук, шалот. Потом добавляем вино. Можно сухое вино, как я раньше делала. Можно, как сегодня я добавлю пиво. И потом зелень добавляем. Иногда добавляют морковку, по желанию. И можно вливать пивко. Обычно наливается где-то 50 грамм вина. Но я вылью все пиво, чтобы они были полностью в соусе. Тут не такая большая уже бутылочка. Зеленушку кидаем. Стебель сельдерея можно было еще прожарить зажарка, а можно добавить вот с листиками, как я добавила, соус. Пару минут, чтобы закипело, и готовим миди, и во что мы будем все это подавать, куда мы все это потом поставим. Делаем презентацию по-быстрому. Соус кипит, закладываем миди. Миди готовится 3-5 минут, поэтому все надо быстренько приготовить. И мои миди уже раскрылись. В то время, когда вы их закладываете, еще под крышкой держите там 2-3 минуты и 2-3 раза их переворачиваете. Выкладываем в тарелочку, как у кого будет какое блюдо. И заливаем, конечно, соусом, чтобы внизу соус был, иначе они, пока вы дойдете до нижних, они остынут. Миди всегда подается в специальных кастрюльках, и внизу, конечно, есть немного соуса. Скромный ужин понедельника выглядит так. Немного картохи с майонезом. Немного мидии, тут всего полкило.
ракушек много, еды мало, поэтому я себе дожарила немного оладий, блинчиков. У меня два десерта со вчера осталось. И вот такой вот мой ужин. Мидии в пиве. Я делала в вине сухом, эти в пиве. Ну, в принципе, похожая технология приготовления. Кто хочет, к пиву еще можно добавить сливок. Ну, или пару ложек сметаны. Сделать еще такой соус. И заходите в гости. Я кормлю супчиками, и не только. Десерты были сделаны на молоке и йогурте с добавлением, один с добавлением чиа, а другой с добавлением шарики, тапиоки. Видео я загрузила вчера. Ну, а мне приятного ужина, потому что все дымится и хочется кушать. Ням-ням-ням. Блинчики по желанию можно украсить фрукты. Ну, у меня вот так, сахарная пудра.